Омега-3. Натуральный рыбий жир. Рыбий жир извлекается из тканей жирных рыб, таких как лосось, сельдь, палтус и скумбрия. Он содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые считаются незаменимыми, потому что мы должны получать их из своего рациона. Производить эти кислоты самостоятельно тело не может. Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в функционировании мозга, нормальном росте и развитии, а также предотвращении воспаления. Рыбий жир особенно полезен для мужского здоровья из-за жирных кислот, которые он содержит, и их положительного влияния на репродуктивную функцию. Дефицит омега-3 связывается с целым рядом проблем со здоровьем, включая повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, артрита и расстройств настроения. Далее я вам перечислю 7 доказанных положительных эффектов рыбьего жира для организма человека. Первое. Улучшение жирового обмена. Исследователи из Университета Киото в Японии обнаружили, что рыбий жир превращает у мышей клетки белого жира в клетки бурого, тем самым препятствуя ожирению подопытных животных. В их исследовании добавки с рыбьим жиром стимулировали рецепторы в пищеварительном тракте, активировали симпатическую нервную систему и побуждали белые клетки-накопители метаболизировать жир у мышей. Те животные, которые ели пищу с рыбьим жиром, набирали от 5 до 10% меньше веса и на 15-25% меньше жира, чем другие мыши. Исследователи считают, что людям такие добавки также могут помочь уменьшить набор веса. Особенно в этом смысле рыбий жир полезен для мужчин после 50 лет. Номер 2. Увеличение объема памяти. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале, люди в возрасте от 18 до 25 лет, употребившие таблетки рыбьего жира каждый день в течение 6 месяцев, повышали свою рабочую память на 23%. Номер 3. Улучшение здоровья глаз. Исследование 2009 года, проведенное Американским национальным институтом глаз, показало, что у участников, которые сообщили о высоком уровне омега-3 жирных кислот в своем рационе, риск развития дегенерации у желтого пятна в течение 12-летнего периода снижался на 30% по сравнению с их сверстниками. Номер 4. Уменьшение воспаления. Исследование, проведенное Федерацией американских обществ экспериментальной биологии, показало, что омега-3 жирная кислота ДГК в рыбьем жире усиливает активность клеток белых кровяных телец, которые, как полагают, предотвращают развитие различных заболеваний, уменьшая воспаление. Номер 5. Снижение воздействия загрязнения воздуха. Исследование 2012 года показало, что рыбий жир может помочь защитить сердце от загрязнения воздуха. Хорошая новость для городских жителей и отличная новость для тех, кто бегает по сильно загрязненным улицам. Исследователи давали 29 взрослым людям среднего возраста по 3 грамма рыбьего жира или оливкового масла каждый день в течение 4 недель. Затем они подвергли их воздействию загрязнения воздуха в течение 2 часов подряд, после чего измеряли их сердечные реакции. Участникам, которым давали рыбий жир, не испытывали такого негативного влияния на активность своих лейкоцитов, как те, кто его не принимал. В итоге был сделан вывод, что рыбий жир защищает от вредного влияния загрязненного воздуха на сердце. Номер 6. Снижение болезненных ощущений в мышцах после тренировки. Многие из нас начинают чувствовать болезненные ощущения через 12-72 часа после незнакомой или изнурительной физической нагрузки. Это называется синдромом отсроченной мышечной боли или крепатурой, которая может быть вызвана воспалением в мышечных клетках. Заказывайте рыбий жир омега-3 от MyProtein по моему промокоду минус 37%. Не забудь подписаться, написать комментарий и поставить лайк.